ТУВУ приехали 6 преподавателей Российского университета дружбы народов по программе Министерства образования и науки России «Создание методических центров по повышению квалификации учителей-словесников». Не случайно семинарские занятия организованы на базе школы номер 12 города Кызыла, так как скоро здесь будет основано региональное методическое объединение учителей по русскому языку. Участие в семинарских занятиях специалистов подобного уровня для педагогов республики – уникальная возможность. Русоведы РУДН являются участниками создания материалов к ЕГЭ, также имеют опыт работы с моноязычными регионами, такими как Чеченская республика и Ингушетия.